Всем здравия тела и ясности ума. И сегодня, вчера еще точнее, я анонсировал передачу по поводу щитовидной железы, но так и не вышло выйти в эфир в первично назначенное время. Но зато вышел сейчас. Я спешу всем сообщить по поводу того, что те, кто ожидал настойку для излечения щитовидной железы, могут теперь ее получить, потому что она готова. В общей сложности 22 флакона. Каждый флакон 500 мл. Принимается по 5 мл утром, 5 мл вечером. Естественно, нужно в определенном смысле изменить питание в зависимости от того, что именно гипертиреоз, гипотиреоз, токсический зоб, либо тиреоидит. Желательно, конечно, изначально записаться на консультацию. И это можно сделать у Юли по телефону +7 499 638 31 84. Наши докторы, да, доктора, дорогие, практически во всем мире и в интернете, они не занимаются излечением щитовидной железы. Они ее либо ампутируют, то есть операцию делают, либо закармливают пациента химической гадостью. В Таиланде, к слову сказать, есть тироксин, который производится из щитовидной железы животных. Натуральный. А в основном, конечно, химически синтезированный везде продается, который очевидной пользы человеку не приносит. Как, впрочем, и другие лекарства Big Pharma в основной своей массе. В большей степени полезны препараты, которые производятся для лечения животных, применяемые в ветеринарии, чем те, которые производятся для лечения двуногих пациентов. Поскольку четвероногие они заплатить не могут. А двуногие, да. И двуногими надо управлять. Гулечка написала. Володя говорит, выглядите уставшим. Но это вам так видится, что я уставший. Совсем я не уставший. Но катаюсь из одной провинции в другую. Здесь нужно съездить, посмотреть стройматериалы. 35 километров в одну сторону, 35 километров в другую сторону. Вот скатался, посмотрел. Керамогранит здесь тот же, где такой же, точнее, как и в других странах. Китайский керамогранит. От 160 до 340 бат за одну пачку 1,44 квадратных метра. Людочка спрашивает, а что вы строите? Herbal Medical Center плюс Ашрам. Вот что строю. Я вчера еще там передачу сделал по поводу начала строительства. Дорогу вчера сделали, подсыпочку. Так вот, вернемся к нашей теме передачи. Относительно того, что связано со щитовидной железой. Щитовидная железа – это одна из самых полезных желез в нашем организме. Без нее человеку, безусловно, худо. И вот умные ученые, они не мудрые, они умные, бигфармы, они разрабатывают такие препараты, которые улучшают, но не излечивают. Излечить можно травами. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. То, что изначально разработано и то, что уже использовалось многократно в течение нескольких лет, и отзывы людей, вы можете увидеть на сайте asiabiopharm.com в отзывах. Там есть и из Америки Евгений,
точнее его супруга принимала, и многие другие. Если кто меня сейчас смотрит, кто уже вылечился, напишите. Примерно 6 месяцев, и человек становится здоровым. При условии того, что он правильно питается. Как питаться, можно посмотреть. На том же сайте Азиабиофарм есть система оздоровительного питания Seven Angels. Заходите, смотрите, все поймете. Там очень подробная статья относительно того, как это функционирует и почему. Настойка содержит в общей сложности 12 растительных компонентов, приготовленных по определенной технологии. Принимать ее в большем объеме, чем 5 мл, не надо. Это стандартная доза для взрослого человека весом от 45, ну даже от 40 килограмм и больше. В случае, если вес меньше или детский возраст, здесь, безусловно, без консультации не обойтись никак. В противопоказаниях можно поставить, пожалуй, только индивидуальную непереносимость какого-либо из компонентов, какого-либо из растений. А там, собственно, кроме растений больше ничего и нет. Но растения разные. Во всяком случае, все те, кто принимал, ни у кого аллергических реакций не было. Безусловно, в большинстве случаев необходимо обратить внимание на причину возникновения дисфункции щитовидной железы. А причина возникновения – это чаще всего отравление организма токсическими веществами, такими как формалин, формальдегид и, конечно, наши с вами любимые соли тяжелых металлов, которые содержатся практически везде, и в воздухе, и в пище, и в воде, которая поступает во многих странах из водопроводных кранов. Это вообще одни из самых охраняемых объектов, водоочистительные станции. Там стоят специальные устройства, которые подготавливают воду для потребления этой воды двуногими. А те приборы, которые там устанавливаются, безусловно, разрабатывает тоже Big Pharma, а точнее их аффилированные компании, бенефициарами коих они являются. Я думаю, что для многих из вас это уже не секрет. Ну а для кого секрет, поговорите с теми, кто, возможно, из ваших знакомых там работает. Например, Киевская станция водоочистки, она охраняется как ядерный объект. Тут не пройдешь. Нужно быть очень внимательным в последнее время ко всему, что мы потребляем внутрь. Так вот, для того, чтобы вывести биологические яды и соли тяжелых металлов, желательно принимать тунбергию лавролистную. Многие уже об этом слышали, об этом растении. В Италию никак не получается ее отправить. Они теперь решили ее запретить, несмотря на то, что это растение не является наркотиком ни разу. В Италии они поступили иначе. Во всех странах существовал список запрещенных, а они сделали список разрешенных. А остальные нельзя и все. Помимо настойки, о которой я говорил, которая принимается, пример, курс лечения 6 месяцев, 5 мл утром натощак, 5 мл вечером перед сном. Помимо этого, тунбергия лавролистная 3 раза в день по чайной ложке для вывода токсинов. 90 дней достаточно. Попить. Если распыляют и продолжаете потреблять яды, то тогда можно ее пить постоянно. Протеосульфат натрия тоже многие слышали. Не во всех странах он есть, но во многих странах, тем не менее, его купить можно. Я имею в виду в аптечных сетях. Но также можно купить химически чистый теосульфат в кристаллах во многих странах, что многие из вас уже сделали, и многие из вас уже получили результат. Теосульфат
сухом кристаллическом виде, из него необходимо приготовить 10% водный раствор. Для чего можно взять дистиллированную воду, или не обязательно дистиллированную, но желательно очищенную. Взять 30% нужно. Это 10 миллилитров разовый прием. Вы берете 30 миллиграмм и разводите в 80 миллилитрах воды. У вас получается 100 миллилитров 30%, ну немножко больше, 30% тиосульфата натрия. А принимается он по 10 миллилитров один раз вечером перед сном, 7 дней или 10 дней. Если за 7 дней запах от пола, от кала, пота и мочи прекратился, то достаточно 7-дневного приема. Также при лечении заболеваний щитовидной железы, о которых мы сегодня речь ведем, в некоторых случаях в комплекс лечения полезно добавить иммуномодуляторы, тоже растительные, например, трутовик лакированный, экстракт, споры или тело растения перемолотое. Либо в некоторых случаях желательно добавить, помимо трутовика лакированного, плюкао или хаютюния сердцелистная. Это растение нормализует функцию лимфатической системы. Как в простонародье называется, чистка лимфатической системы. Но слово «чистка» мне вообще не нравится. Оно не очень подходящее. Нормализация функций. Поэтому в большинстве случаев решить вопросы заболевания щитовидной железы, за исключением онкологических, удается достаточно быстро при помощи того, что я перечислил. Ну, достаточно быстро вообще для щитовидки, это от полгода до года при условии правильного питания. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете записаться на консультацию. По субботам она для всех бесплатная. Всегда. Сделать это можно у Юли по телефону +7 499 638 31 84. А в любой другой день вы можете это сделать за деньги. Но если у вас есть сложности с финансами, вы всегда об этом можете сказать Юле. Есть и для пенсионеров, и для тех, у кого не хватает денежных средств, есть очень большие скидки, есть также короткие консультации. Поэтому не стесняйтесь, набирайте, и со всеми пообщаемся, кому это потребно. Дианушка Ли пришла. Говорят, что красная свекла сырая очень чистит организм. Всякие овощи и фрукты необходимо потреблять в определенный день. Вот свекла — это у нас суббота. Как говорила мудрая сова, суббота пишется с двумя «б». Любочка Ершова, вы далеко от острова Самуи? Там ребят, у Артура Сита, у него свой путь, очевидно, не совпадающий с моим путем. Поэтому с ним мы точно ничего строить не будем. А от острова я нахожусь далеко, я в горах на севере, это 1500 километров. Танечка Логан пишет, тиосульфат уже изменен. Изменен, не изменен, можно найти еще из старых запасов, тот, который не изменен. Дальхим, фарм, там что-то такое, пром. Владимир, добрый день. Скажите, пожалуйста, а реально ли вылечить геморрой без операции? Да, это сосудистые заболевания, и в том числе используется цисус 4-надрезный, но и не только его. Необходимо понимать
в каком состоянии находится организм, и после этого уже разработать комплекс последовательных действий для лечения сосудистой системы и в том числе сосудов малого таза. Геморрой, да, можно вылечить. Другой вопрос, что это не быстрый процесс, и необходимо, безусловно, необходимо начать правильно питаться. Но об этом я уже сегодня сказал. Нужно ли отказаться от препаратов сразу, как начинаешь принимать настойку? Это зависит от того, какие препараты вы принимаете. Большинство людей отказались сразу, не испытывали никакого дискомфорта. Но до начала приема препарата необходимо подготовить систему питания, изучить ее, посмотреть, перейти на нее недельку-другую. Вы уже поймете, как вы начинаете себя чувствовать на новой системе питания. А другие овощи по каким дням? Ледушка спрашивает. Ледочка, ну заходите на Азия Биофарм, слева меню, внизу система питания семи ангелов. Там перечислены продукты питания для всех дней. Не все, может быть, есть в вашем регионе, потому что там и тайские перечислены. Мы сейчас будем расширять еще этот перечень. Вы можете выбрать ровно те, которые вам потребны. Почитайте, там все очень подробно написано. Друзья, пойду, зовут меня интернетик прокладывать, чтобы в ближайшем будущем уже студию достроить, и мы будем выходить в эфиры прямо из студии. Это будет гораздо удобнее, и бэкграунды можно делать. Многие просили бэкграунды красивые делать. Ну, потихоньку, мало-помалу сейчас все сложится. Стройка – дело всегда не быстрое. Можно построить быстро, а потом все будет отваливаться. Я же в прошлом строитель. Поэтому времени. В Таиланде приходится дважды все проверять, потому что есть руки прямые, а есть тут руки очень косые. Особенно сантехнику, когда устанавливают. Меня всегда радовала там тайская установка сантехники, ставят смеситель. Значит, помимо того, что они по высоте, горячая, холодная вода расходятся, еще они по трем осям. То есть еще и в наклоне по-разному, и еще и выпуски на разную глубину. И они вот фитингами все это прилаживают, такая сборка получается, которая из стены торчит сантиметров на 10 на всяких скрутках. Ну, приходишь, смотришь. Он говорит, а что, говорит, ну, работает же. Вода же льется. Не течет, вода льется. Ну, а что, что некрасиво, ну, подумаешь, ерунда какая. Функционал же есть. Ну, пользуйся, все, работу сделал свою. Развеселили напоследок. У нас такие сантехники. Они везде есть такие. Просто здесь они без бутылки это делают, на трезвую голову. А в других местах, ну, в России с бутылкой только так можно. Добрый день, Владимир. Создана ли группа свободных людей в Нижнем Новгороде? Есть. Пишите в любую другую. Администратор вам ссылочку даст на Нижний Новгород. Все, друзья, тут уже с 6-метровыми лестницами на столбах они бегают руками, машут, говорят, Владимир, говорит, идите, говорят, сюда, мы вам кейбл тянем. Поэтому до новых встреч. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.